вдоль набережной Челны, и они увезут с собой золотую звезду. Марина Николаевна, большое спасибо вам за участие. Так, дорогие друзья, будьте добры. Большое спасибо от имени оргкомитета. Вот это будет напоминать, что были у нас в Чебоксарах, но это «Сладкая планета Акон». Вам очень понравится. Спасибо большое за участие. Провожаем аплодисментами Марину Николаевну. Дорогие друзья, на сцене вокальный ансамбль 7+, город Йошкар-Ола. «Огонь и вода». Одиночество бескрайних угадали там друг друга в темноте. И были звезды, звезды в небесах и у нас в глазах. Ты путь навстречу так легко нашли, отдали дух сердец чистоту. И были волны, они качались, и музыка рождала неведомого моря, и музыка парила. Они как будто руки нам оно дарило. Еще не ясно, что под далекого прибоя, которого услышит, дано лишь нам с тобою, дано лишь нам с тобою. Ты огонь, я вода, но ладонь и ладонь. Музыка рождала неведомого света, музыка парила, а мы как будто нам оно дарило. Еще не ясный отблеск далекого свидания, которого увидеть дано лишь нам с тобою, дано лишь нам с тобою. Ты огонь, я вода, но ладонь и ладонь. Все иначе тогда. Ты вода, я огонь. Ансамбль 7+. Спасибо вам большое. Для вручения дипломов лауреатов номинации «Хореография эстрадный танец» на сцену приглашается Галина Амановна Делетицкая, город Москва. Итак, дорогие друзья, младшая категория 7-11 лет. Лауреатами третьей степени стали детская студия «Камильфо», город Новочебоксарск.
Лауреатами третьей степени стал Народный хореографический театр-студия «Солнышко», город Стерлитамак. Дорогие друзья, лауреат третьей степени танцевальный коллектив «Меланж». Танцевальный коллектив «Меланж». Идут за бронзовой звездой, пока бронзовой, но впереди золотая звезда победителя. На сцене танцевальный коллектив «Меланж», мы поздравляем вас. Лауреатами второй степени стала студия танца «Вертикаль», город Ижевск. «Вертикаль». Так, это не «Вертикаль». Диплом второй степени вручается коллективу «Балаганчик Непосед», Новочебоксарск. Но сейчас они высыпят на сцену. Браво, мы аплодируем этим непоседам. И цветы руководителю коллектива. Поздравляем вас. Ну что ж, дорогие друзья, а победителем, лауреатом первой степени в этой номинации и возрастной группы стал... Так, непоседы в зал. Понравилось. Итак, победителем, лауреата первой степени стал шоу-театр «Шарм», город Казань. Видели, в какую сумку складывает Казань свои дипломы и звезды. Просто завидно. Итак, средняя категория 12-15 лет. Лауреатами второй степени стали ансамбль танца «Дивертисмент», город Йошкар-Ола. Ну, аплодисменты, дивертисмент. Второе место завоевал народный ансамбль танца «Узоры», Новочебоксарск. «Узоры», руководитель идет на сцену. Сколько силы, терпения, умения нужно руководителю, чтобы создать этот коллектив. И второе место завоевала танцевальная группа Татьяны Франчук «Набережные Челны». Старшая категория 16-25 лет. Лауреатом третьей степени стала студия Дениса Фейзова, город Волжск, Республика Мариэл. Денис идет. Победителем в этой номинации стал шоу-театр «Шарм», город Казань. Им вручается диплом первой степени и золотая звезда победителя. Спасибо большое.
Спасибо большое. А на сцене Симонова. Это что? Простите, пожалуйста, можно? Галина Амановна. Мы выходим на сцену, потому что невозможно диплом с благодарностью вручать за кулисами. Большое спасибо и ваши аплодисменты за работу в течение 3 дней и подарок на память от Чувашской Республики. Спасибо вам большое. На сцене Симонова Ида. Эти летние дожди, о которых мы вспоминаем. Эти летние дожди, эти радуги и тучи, мне от них как будто лучше, будто что-то впереди, будто будут острова. Ваши аплодисменты. Спасибо большое. Александр Федорович Долгов, вы в зале. Я прошу вас на сцену выйти. Если нет,
Тогда кого-нибудь из членов жюри или из оргкомитета, будьте добры. А, вот, Александр Федорович, я очень прошу, можно я вначале? Вы знаете, я, ну, можно сказать, хозяйка этого зала, и я была очень рада принимать вас здесь, и мне помогала команда. И я думаю, что вам было здесь светло, тепло и уютно. И я благодарю всех моих сотрудников, кто работал здесь. И поэтому в первую очередь прошу Александра Федоровича вручить вот, вот это. Оргкомитет Международного вокально-хореографического фестиваля конкурса «Национальное достояние 2011» выражает огромную благодарность светооператору Баранникову Александру Леонидовичу и дарит ему золотую звезду. Лауреата первой степени как светотехника. Саша идет к нам сюда на сцену. Это ключевая фигура нашего зала. Я могу сказать, он был здесь с 8 утра каждый день и до 10 вечера. И выполнял все просьбы и конкурсантов, и оргкомитета. Я тебя благодарю. Спасибо большое за работу. Спасибо большое. Да, звезду ты должен держать. У нас еще есть одна золотая звезда. Безусловно, именно вот такой золотой звезды заслуживает Вера Николаевна, наша ведущая. Спасибо большое. Я надеюсь, вам понравилось, и я не была скучной. Дорогие друзья, а на сцене танцевальная группа Татьяны Франчук. Встречайте, «Дикие танцы». I'm wild dancing.
танцы были великолепные. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, Международный вокально-хореографический фестиваль-конкурс «Национальное достояние 2011» завершен. Да здравствует новый фестиваль! Удачи вам, успеха! «Национальное достояние России»!